Всем привет! Сегодня будем готовить полезную морковную запеканку. Даже если вы не любите морковку, то попробовал солнечную запеканочку, вы полюбите ее навсегда. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Натираем морковку на мелкой терке. Затем нагреваем сковороду, вливаем в нее масло. Помещаем туда морковку. И жарим ее до мягкости. Наша морковка готова. Выключаем и даем ей немножко остыть. В это время разбиваем в миску яйца, добавляем соль, сахар, муку. Размешиваем все это до однородного состояния. Вливаем молоко. Перекладываем морковку. И еще раз все хорошо перемешиваем. Теперь берем форму для запекания. Хорошо смазываем ее подсолнечным маслом. И выливаем туда приготовленную смесь. Распределяем равномерно морковку по всей плоскости и отправляем в духовку. Духовка разогрета до 180 градусов. Будем запекать 35-40 минут. Прошло 40 минут, подаем нашу запеканочку к столу. Вот и все. Полезная морковная запеканка готова. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.